Так, говорите, кто вы? Таник. Да, со мной все хорошо. Так, отвечайте, кто вы? Это ты, скажи, кто ты? Ну, хорошо. Вот моя предыстория. Я летел на самолете. Вез груз, но вдруг мой самолет разбился. Этого вам достаточно? Теперь говорите, кто вы здесь? И как вы здесь оказались? Я тут единственный человек, выживший. Ты тут не единственный, мы тут тоже. Даня, проснись. Я проснулся. Кто вы, говорите? Ну, хорошо. Мы летели отдыхать. Отдыхать летели. И вдруг у нас тоже сломался самолет. Понятно тебе? Этого тебе достаточно? Илона, успокойся. Я тебе сейчас успокоюсь. А ну, отпусти нас. О. Слушай, ты тут один вообще? Ну, у меня есть друг. Где твой друг? Вот он. Погоди, его друг это баскетбольный мяч. Сам в шоке. Это не баскетбольный мяч, это мой друг. Слушай, давай дружить. Ладно. Это Даник, я, кстати, Илона. А тебя как зовут? Я Ваня. Ну, хорошо. А это? Это мяч. Ну, слушай, кто это? Это мяч, да? Нет, это мой друг, сын. Слушай, похоже, он совсем с ума сошел. И теперь с мячом разговаривает. Да ладно тебе. Слушай, у тебя тут есть убежище, еда? Да, у меня есть убежище, еда есть. Отлично, побежали. Мальчишки, не отставайте. Ай, нога. Мальчики. Мальчики. Черт.